уже нахуй, дичь будет реагировать, я иду на. Разборка и транспортировка. Она предыдущая. Ну это все то же самое, только наоборот. Отстегиваем голову. Открываем корпус. Вытаскиваем. Две проволоки крыльев. Убираем их в специальный чехол. Дальше вытаскиваем из хребтинки гуся машинонаправляющую. Точно так же убираем ее в чехол. Так, с одним мы решили. Теперь самое сложное. Смотрите, как надо собирать гуся. Берете и делаете заворот крыла до лапы. Вот так. Вот вы что получили. Одеваете резиночку. Собираете обратно голову. Вставляете ее в центр. Вот чехол для него. Внутри пластмасса. Крепкая, жесткая, так что если уронить рюкзак или там наступит собака, ничего страшного не будет. Дальнейшее. Вставляете направляющую и запихиваете за гуся. Дальше она крепится, ну как обычно, обыкновенный вещмешок. Все, готово к переноске и транспортировке.